Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить быстрые чебуреки из лаваша. Это отличная закуска на скорую руку, которая выручит вас в любой ситуации. Итак, что нам для этого понадобится? Я взяла фарш свиной. У меня был он уже готовый. Около 150 грамм. Четвертинка лука, черный перец, лаваш. У меня получился один лист. Я уже вырезала квадратиками. 8 штучек получилось. Соль по вкусу добавите. Итак, приступим. Берем лучок, мелко нарезаем. Добавляем фарш. Добавляем соль, щепотку, черный перец. Все перемешиваем тщательно. Можно перемешать руками. Берем лаваш, квадратик, и намазываем одну сторону тонким слоем. И вот так складываем пополам в треугольничек. И так проделываем со всеми нашими квадратиками. Итак, мы сделали все наши треугольнички. Теперь приступаем к жарке. Наливаем масло на сковородку. Выкладываем наши треугольнички. Накрываем крышкой и обжариваем до румяного цвета с двух сторон. Так, отрываем, переворачиваем на другую сторону. Вот такие румяненькие у нас получаются. Обжариваем до готовности и проделываем ту же процедуру со всеми остальными нашими треугольничками. Вот такое сочное и вкусное блюдо у нас получилось. Всем приятного аппетита! Пока!